Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о символике Республики Башкортостан. Республика Башкортостан расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. Свое название республика получила по имени коренного народа башкир. Территория республики расположена в бассейнах рек Волга, Урал и Обь. Столица Башкортостана – это наш с вами любимый город Уфа с населением более миллионов человек. Сегодня Республика Башкортостан входит в состав Российской Федерации, являясь при этом суверенным государством со своим главой республики, конституцией и законодательным органом государственной власти. Это Курултай Республики Башкортостан. На данном слайде мы с вами видим карту нашей республики. Если посмотреть, наша республика, силуэт нашей республики чем-то напоминает боксерскую перчатку или же в профиль мордочку волка, да, что также является очень символичным. Площадь нашей республики, она превышает площадь такой страны, как Греция, в 2 раза больше Ирландии, в 3 раза больше Швейцарии, в 4 раза площадь Республики Башкортостан превышает площадь таких стран, как Бельгия, Армения, в 5 раз превышает площадь Израиля. На данном слайде изображен первый символ, который мы сегодня с вами рассмотрим, это герб Республики Башкортостан. Герб Республики Башкортостан представляет собой изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего солнца и его лучей, вписанных в круг, обрамленный национальным орнаментом. Ниже изображено соцветие Курая, символ мужества народов, и лента, окрашенная в цвета флага республики. Автором герба является Фасхетдин Фаррахович Ислахов. На этом слайде вы видите государственный символ нашей республики – флаг. Флаг состоит из 3 полос – нижнего зеленого, среднего белого и верхнего голубого. Зеленый цвет означает свободу, вечность жизни. Белый – миролюбие, открытость и готовность к взаимному сотрудничеству народов. Голубой – ясность, добродетель и чистоту помыслов. Цветок Курая – это символ дружбы, а 7 его лепестков символизируют 7 родов, положивших начало единению народов нашей республики. Следующим символом, который мы с вами сегодня рассмотрим, это гимн Республики Башкортостан. Государственный гимн впервые был утвержден законом о государственном гимне от 12 октября 1993 года. Фарид Фатихович Идрисов – это композитор, написавший музыкальное произведение «Республика», позже ставшее гимном. В музыку гимна вошла тема башкирской народной песни «Урал». Сейчас мы вместе с вами прослушаем наш государственный гимн нашей республики. Oh!
Сегодня мы с вами рассмотрели и прослушали символики нашей республики. Как мы узнали, они символизируют дружбу народов, их единение и гордость за любимый родной край. Спасибо за внимание!